Стиль жизни представляет. Настольная игра «Нет уж, спасибо». В начале игры из колоды выбирается 9 случайных карт, а игроки получают запас фишек. Первый игрок переворачивает верхнюю карту колоды. Теперь он должен либо забрать ее себе, либо откупиться, положив на нее одну из своих фишек. Следующий игрок также может откупиться фишкой. А тот, кто заберет карту, получит с нее и все фишки. После этого открывается следующая карта. Значение на карте — это штрафные очки, а значит, карты с высоким номиналом наверняка соберут много фишек. Но если вы сможете собрать последовательность карт, то получите штраф только за карту с наименьшим номиналом. Игра заканчивается, когда один из игроков забирает последнюю карту. Оставшиеся к концу игры фишки приносят бонусные очки. Бери карту или откупись от нее фишкой, что может быть проще. Однако так кажется только на первый взгляд.